Так, вот это Ярославская область, здравия. Владимир, добрый вечер. Посадил косточками маньчжурские абрикосы. В 17-м году до сих пор ни одного плода не видел. Весной цветут, плодов нет. Так, весной цветут, плодов. Ну, уже дерево есть, цветут, здорово. Плодов нет, не опыляет. А как получилось, что они друга не опыляют? Как получилось, что они не опыляют? А сколько у вас их? И на каком расстоянии? Мало информации, надо бы добавить информацию. Цветы не опыляются ни от опылителя, пчел или возвратные заморозки. Да, возвратные заморозки, вроде цело, а толку нет. Посажены, а, Владимир, это вы. Разные сорта абрикосов возвратных не было, насчет пчел не знаю. Также провался выше, могу сказать. Была вся усыпана цветами, пчел улетал, и заморозка на плодов даже здесь, елки-палки. Они же самоплодные. Буду удалять, надоело надеяться. Ой, не удаляйте, не удаляйте. Может, абрикосы попилю. А уж абрикосы это вообще не надо. Подождите, ладно, Виктор Владимирович. На следующий год, если будем живы, скажете, что не зря ждал. Виталий Шостак, корень зимостойкий. Владимир, надо перепривить хорошим привоем, рубить подвой утопия. Вот. Ну, насчет, ну, где Владимир может жить сейчас? Вроде, может быть, я и знаю, где, вот так и не помню. Вот, конечно, допустим, они не хотят у вас плодоносить, хотя у меня такого сроду не было. Наверное, вам нужно хотя бы часть привить. Ну, что я скажу, Виталий хороший совет дает. Рубить подвой не утопия, я считаю, это просто нет. Это как рука поднимется. 4 года абрикосов, из косточек рановато иметь плоды, дерево еще растет. Вот взял, вот я не сообразил, а Николаевич сообразил. Правильно? У меня сколько таких случаев было у меня. Первый год не хочет плодоносить, и все, хоть ты плачь. Отцветет, а плодов нет. А потом уже начинает помаленечку набирать цвет. Возможно, оно мудрое. Возможно, оно лучше нас знает, когда ему начать плодоносить. Так, опять Владимир. Серафим Хабаровский привитые стоят без плодов. Ну, все. Аномальная зона. Разочаровался в абрикосах. Лучше в магазине купить, чем так мучиться. Чего мучиться? У меня вон целая куча этих сихотолиний метры друг от друга растут, никому не мешает. Да, вот. Покупайте плоды пока килограммчик другой в магазине, а деревья растут и соберете ведрами. Правильно, Александр? Короче, Владимир, давайте не будем скорича. Дерево яблони плодой раз в 5 лет, но не ради плодов. Много, маловато раз в 5 лет. Яблони урожай раз в 5 лет, 21 веке в печку. Да, сегодня что-то один хочет срубить, другой печку. Куча сортов, цветущих каждый год. Да нет, всегда надо перепревать, а только сами сказали. Давайте перепревать. Мне нравится лист абрикоса, цвет жизнестойкий, дерево как друг. И тень жаркую погоду. Это защита для огорода. Не трогайте. Получит плоды терпеливые, а счастливый счастлив каждый день. Александр, могу ли я вам ВЛС написать, это, наверное, этому смотрителю Писоцкому. Елена Парина, здравствуйте, в Московской области прошел долгожданный дождь. Да, слышал я первый дождь, наконец-то. Вот. Сейчас звонил мне Сергеев Николай Георгиевич. Вот. Жуть, второй месяц, единственный дождь. Второй месяц, дикая жара, подходит 36. Вообще невероятно. Что там на Урале творится? Ужас какой-то. Лилия Ражева Иванова. Прививки у меня удались. Все виды растут. Единственное, нечаянно привила хвостики черенков яблонь, с которых свалились бумажки на яблоню. Теперь вижу, что это груша. И один черенок перепутала, где розмарин, где квинти. Потом узнаете. А эти на фото привитая черешня от Боднара. Вы прислали вместе со своими, я успела заказать. А, там ниже будет фото, сейчас глянем. Три ветки уже мне по грудь. Прищипнуть не надо, в смысле ростки. Ну, давайте глянем.
Время позволяет. Так. Вот это я попал. Так, 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 так. А вот. Ну чё? Интересно. Привет. Здорово. Так, идем дальше. Куда мы попали? Ой, куда мы попали? Возвращаемся туда же, где мы были. Так. Еще не все. Еще не все. Ага, вот еще одна фотография. Ага, ну вот. Посмотрели. Так, а что там был за текст? Так, как отсюда выбраться? А, вот сюда, наверное. Вот сюда. Нет. Это вот так. Так, посмотрели. Да, муж спилил вишню старую, пошла поршень на нее и привила два черенка черешни.